Как неделю назад мы встречаемся после игры с представителем Гелан Холдинга Фуадом Керимовым. К сожалению, сегодня знаки уступили, в отличие от предыдущей игры. Фуад, в конце игры ведущий обратился к вам, спросив о вашем мнении насчет последнего, как в итоге стало в игре последним вопросом. Скажите, вот вы долго колебались между принятым решением и между тем, по сути, ведь вы сказали, что да, это ответ детская рука, хотя, возможно, будучи на стороне знатоков, вы могли принять другое решение. Да, безусловно, очень важно было оставаться объективным в данной ситуации, потому что их рабочая версия, мне казалось, что больше подходила. Одной из рабочих версий было это сам ребенок. И тут еще можно было провести дебаты. Хорошо, мы говорим о руке или о ребенке, но в данном случае показалось, что если они были настолько детально озвучили свой вопрос, и если уж правильным ответом является рука ребенка, то, безусловно, пришлось согласиться в данной ситуации с ведущим. Так что, конечно же, рассчитывали на победу данной команды. Вот, и у нас финал на носу. Но я уверен, что в будущем команда сможет себя проявить. Пока у нас давно не было такой ситуации, еще неизвестна команда, которая сыграет в клубе через неделю. Фуад, скажите, то есть появились ли у вас за этот год среди знатоков, скажем так, любимчики? Или, может быть, и чем вы руководствуетесь, когда защищаете интересы знатоков? То есть что для вас является самым важным критерием для принятия решения, как вы приняли сегодня? Да, это решение не на руку знатокам, но, тем не менее, это решение то, которое вы приняли. Но в любом случае, при всякой возможности я стараюсь защитить их права, чтобы им досчитали правильный ответ там, где это, там, где есть такой шанс на это, на проявление своей инициативы. Вот. Есть много любимых команд. Команда Таира Мусаева, безусловно, одна из них. Сейчас такая, скажем, сложная ситуация сложилась. Посмотрим, какое решение примут старейшины через неделю. Вот. Но рано говорить. Очень хотелось бы, чтобы знатоки, в первую очередь, победили бы в финале года. Вот. А я, безусловно, буду болеть и выполнять свою роль защитника знатоков. Большое спасибо, Фуад. До встречи через неделю на финале года. И с наступающим вас Новым годом. Все-таки у нас игра праздничная, несмотря на высокий градус напряжения. Спасибо большое. И вас тоже поздравляю.